Не знаю, верите вы в приметы или нет, я верю в них, когда удобно. Когда мне сделали предложение, я походила с кольцом, ну, наверное, недели две, и пока я мыла руки, у меня, видимо, палец резко уменьшился в размерах. Это так же, как писюн в холодной воде, что ли, да? И кольцо просто вот упало в ванне, ебать, метр на метр, и пропало. Где-то час я пыталась найти его сама, потому что мой мужик, наверное, сделал бы мне кольцо из моего анального. А потом я Сделал кольцо из... Я извиняюсь, а сейчас там у него что, не кольцо? Квадрат, что ли, анальный? А, ладно. Сдалась, думаю, в пизду. Ну, хотя бы такое будет, пойду скажу. Значит, он в позе рака лазил по этой ванне час, разобрал душевую кабину и кольцо не нашел. Я стою и говорю, слушай. Я говорю, ну, наверное, это знак. Нам не надо с тобой жениться, все равно разведемся. Это ему дало азарта, и он нашел это ебучее кольцо ровно на том же месте, на котором мы его искали там 5 раз. Мы, конечно же, в эту примету не поверили, потому что дата-то уже была назначена. Проблема одна. Мы все-таки развелись. Это разве проблема, что ли, или что? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Какие-то вещи страшные, потусторонние. Говорит. Он бы, говорит, из моего анального, говорит, кольцо бы сделал. А сейчас у него там что, я не пойму. Я извиняюсь за такие вещи, ребята, обсуждаемые, но тем не менее. Ну интересно же, как бы, ну, а сейчас-то там что? Треугольники, извиняюсь, бермудские. Засасывающие все вокруг. Как это палец может резко уменьшиться в размерах, скажите мне, пожалуйста. Я такой трюк видел только в холодной воде, когда заходишь так по пояс, хопа, сжимаются почему-то. Блин, с пальцами как-то не получалось, только в холодную воду их несу, но не получается, ни хрена. Не уменьшаются, суки, в размерах, вы понимаете? Что это за хренотень такая? А по поводу разводов, чаечка, слушай, так люди, собственно, для того и женятся, в ЗАГС идут, чтобы разводиться потом. А что, бывает иначе, что ли, ребят? Разве бывает иначе? Женятся для того, чтобы разводиться. А не думать, типа, там, семью строить. Ребята, это не семья, это, так сказать, кузня ячеек общества, которые все равно потом распадаются, ребят. Так что удивляться здесь нечего. Развелись, это закономерность.